пойду в те ворота, в которые меня не пускали в прошлый раз. О, кошка. Прям перед носом. Они же нормально отвечают, ёпта, не то что... Здравствуйте, маску одевайте, пожалуйста, без них не обслуживаем. Нет такого закона. Берите. Не могу я маску одевать. Что? Прочитайте. Ну и что прочитано, там дальше прочитал. Обслуживайте, пожалуйста. Пакет? Не, ничего не надо. Зачем вы людей кошмарите, а? Сами же прекрасно все понимаете, что это незаконно. Нас штрафуют, понимаете, нас штрафуют. Так в суд подавайте. 284. Сейчас, подождите. Это рекомендация. Это рекомендация губернатора. Вы понимаете же сами. Вы все понимаете, подставляете. Это наш. Ну что, никого... вот такие же труженики, как обычники, подставляете? Нет, да? Я никому не подставляю. Ну, только что это сделали. Всего доброго. Так а зачем тогда отпускали? Вот скоту мы уподобляемся скоту. Че, пацаны, все кошмарите народ, да? А зачем? Ну скажи, пожалуйста, вот зачем вы это делаете, а? Я вот не хочу вообще разговаривать. Я понял. Сходите, пожалуйста, куда-нибудь. Мне у меня башка болит. Я у администратора забыла спросить. Извините, а вот здесь продукты можно или только в магните? Здесь можно, да? Да везде можно. Подождите, тут можно только сказать, что продукты... Правильно, пацаны? Здравствуйте. Везде же можно покупать продукты. Конечно, везде. А почему не пускают народ? Почему не пускаем? Мы продукты пускаем. Продукты в аптеку, колбасные, да? Все пускаем, да, конечно. А я газ купил. А газ нельзя покупать. А я его купил, как быть мне? Как быть? Застрелиться? Да, я. Или отравиться этим газом? А? Конечно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А вы уже все проколотые, да? Почему проколотые? Ну, провоцинированные. Проколотые, ты знаешь, кто бывает? Я знаю. Ну вот, а что такие вопросы задаешь проколотые? Я не имел в виду провоцинированные. Тебе прокололи? У меня нет. Да? Нет. А что тогда я мать проколол? Я уже старый меня колол. Ну, старые такие слова говорят. Ну, просто возраст уважаем, где давно бы уже. Так вы вакцинировались уже, да? Конечно. А зачем? Ну как зачем? Надо все. И у вас QR-код есть? Конечно. И вы даже не против QR-кода? Да нет, а что такое? А там люди подписи собирают против QR-кодов. QR-кодов. Что они собирают, скажи? Да ничего, бабушка, не надо показывать. Проходите так. Проходите, ничего не надо показывать. Это вот эта девушка, а не бабушка. Ну, девушка. Девушка. Надо? Не надо? Да не надо ничего им показывать. Почему я покажу? Правильно. Какая проблема? Да большая проблема. Завтра в концлагерь загонят. Проходите, пожалуйста. Это ваша площадь. Вы там не болтаете просто так? Да. Ну, колитесь дальше. Бесполезно с баранами разговаривать, это пит. Это как так? Сегодняшний. А он сколько он стоит? 50. Домашний 28. Не, вот этот лучше. У вас-то еще QR-коды не требуют? 5 рублей ваша сдача. Нет, не требуют. Будете требовать? Нет, мы-то не будем требовать, но с вас требуют. Да? А, с вас требуют? А покупатель нет. Слава Богу, хоть в одном магазине более-менее забрали уже везде. Ну, товары первой необходимости без QR-кода можно приходить брать. Да все можно брать без QR-кода. Аптеки, продукты. Это все можно брать. Пробиваемся с боем. А, еще вот сюда, до свидания.